На встрече с главой Краснодарского края представители делегации из Армении обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, одним из предложений стало создание этнокомплекса, где жители и гости региона смогут познакомиться с традициями и обычаями армянского народа. На Кубани это одна из самых больших диаспор, а сама республика на протяжении многих лет является важным экономическим партнером Краснодарского края. Между Краснодарским краем и Арменией существуют партнерские отношения. Внешний торговый оборот в 2016 году он практически вдвое увеличился. И я еще раз подчеркиваю, что в этом году он составляет около 68 миллионов долларов США. Это говорит о том, что экономические отношения расширяются, рынки сбыта друг у друга. Я думаю, что и сегодняшняя наша встреча, она будет этому способствовать. Конечно, у нас нет общей границы с Россией, но, собственно, свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы хорошо для развития экономических связей. И мы приехали с конкретными идеями, и с удовольствием готовы будем обсудить с вами и поработать над тем, чтобы достичь каких-то конкретных результатов. Так, например, обсудили возможность сотрудничества в агропромышленном комплексе. Вардан Таганян рассказал, что Армения сегодня рассматривает возможность закупки по лизинговым программам сельхозтехники, которую производят на Кубани.